Всем привет! Привет-привет! На носу у нас что? Новый год! Да! Время покупать подарки, но лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Сегодня мы с Нюшей будем делать подарок новогоднюю елку. Для новогодней елки нам нужен будет вот такой вот конус. Нам нужны, конечно же, украшения. У нас с Нюшей да, их очень-очень и много. Слайки, и еще подарки. Горшочек, в котором будет стоять наша елочка. У нас горшочек был обычный, некрасивый, и мы его уже с Нюшей заранее вот так вот отдекорировали. Конечно же, вот такой вот зеленый дождик. Еще нам понадобится клеевой пистолет, поэтому работать нужно обязательно с обзорами. Нам понадобится вот такая вот деревянная палочка для того, чтобы сделать ножку нашей елочки. Так как у нас конус срезанный, мы хотим с Нюшей, чтобы у нас елочка была с красивым таким кончиком, мы сделаем этот длинный кончик загнутый самостоятельно при помощи проволочки. А чтобы переход был не такой резкий, мы его сделаем при помощи фольги. Итак, начинаем. Поехали! Продолжили для того, чтобы форма была более заостренная. Теперь нам палочка вот просто такая, да? Она такая грустная и какая-то такая совсем невзрачная. Для того, чтобы палочку сделать более интересной, нам понадобится жгут. Если у вас нету жгута, вы можете использовать вязальные нитки разных абсолютно цветов. Ножка вообще может быть какая-то супер-мега яркая. Итак, сделаем декор нашего черенка елочки. Чтобы она стояла, да? Угу. Заматываем наш черенок не до конца, для того, чтобы мы могли его поместить в елочку. Итак, обрезаем ниточку. Да, обрезаем. Нашу ножку поместить в елочку. Да. Ножку приклеить. Делаем это при помощи клеевого пистолета. Ну вот, наша заготовка почти готова. Но это всего лишь заготовочка. Сейчас наступит самое интересное. Ёлочка. Сейчас мы нашу елочку будем обматывать дождиком. Да. Итак,
Вот как у нас уже какая елочка получается. Здоровская, да? Да. Еще последний слой остался. Наклеить и все, да? Почти готова. Осталось совсем чуть-чуть. Все, наша елочка. Готова. Только не совсем так готова. Не совсем готова, абсолютно верно. На нашу елочку нужно еще повесить украшения, да? Бантики, шарики. Но вначале нам нашу елочку нужно поместить в горшочек. Да. Абсолютно верно. Для этого нам понадобится гипс. Водичка и ложечка. Теперь нам нужно сюда налить водички. Нашу елочку мы должны поставить во влажный гипс и подождать до тех пор, пока наша елочка не застынет в нашем горшочке. Прошло 2 часа. У нас елка застыла очень классно, и сейчас мы будем нашу елку украшать.
красивое получилось. Вот такой вот замечательный подарок. Да. Вы можете сделать своими руками для своих близких, друзей и знакомых. А у нас получилась вот такая вот красивая елочка. До Нового года. До Нового года. Да. Осталось совсем немножко, поэтому поторопитесь сделать вот такие вот красивые подарки. Да. Всем пока-пока. И воздушку. И не забывайте ставить лайки. И подписываться на канал Леди Ньюса. Всем.